Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал для ДНК-экспертизы. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Фу, вот это я сейчас обосрался. Похоже, это его основное жилище. Слышь ты, черт носатый, выходи побазарим. Кассета? Где мои трусы? Где мои трусы? Они же тут были. Опа, под кассетой ключ. Ну ладно, без трусов пойду, ладно. Без них можно. А, сука, спалили, падлы, спалили, суки. Нужно как-то попасть наверх, посмотреть, что там. Ну, это уже слишком. Зато тут можно посмотреть запись той кассеты. Может быть, она что-то прояснит в поведении нашего малыша. Ух, надеюсь, тут я буду в безопасности. Но как же мне сообщить мужу о моем местонахождении? Боже, как страшно. Жирочек, жирненькая же. Тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать. Я больше не могу есть. Хватит. Я не хочу быть жирной. Не хочешь кушать? Ты, может, попьешь? Здесь нельзя оставаться. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Thank you.
пистолет, но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Дорогуша, не пугайся меня. Фух, побегу дальше по лесу. Мило. Вот это история! Родная, почему ты не рассказывала мне такие подробности? Не по себе до сих пор. Нужно найти этот бункер, наверняка где-то рядом. Ох, знать бы еще куда идти. Возможно, указатели приведут в конце концов в нужное место. Что за кладбище посреди леса? Он всех тут хоронит? И почему полиция бездействует? Похоже, я уже близко. Пароль. Где мне его взять? И как туда попала жена на видеозаписи? Где-то должен быть пароль. Я вроде не тупее своей жены. Если она попала туда, то и я смогу.
Кстати, какой ты уж больно красивый для своего сыночка, не находишь? Дай мне сына, раз уж пришел. Дай мне сына, раз уж пришел. Попался, папаша. Вроде не договорились с тобой. Ребенка-то как делить будем? Вот это история! Родная, почему ты не рассказывала мне такие подробности? О, не по себе до сих пор. Нужно найти этот бункер, наверняка где-то рядом. Ох, знать бы еще куда идти. Возможно, указатели приведут в конце концов в нужное место.
Пароль? Где мне его взять? И как туда попала жена на видеозапись? Тоже я уже близко. Красивый сыночек у нас получился. Вроде не договорились с тобой, ребенка-то как делить будем?